филин – самая крупная сова не только в России, но и во всем мире. Распространен филин почти по всей Евразии, кроме ее севера и юго-восточных районов. Питается в основном мышевидными грызунами и зайцами, а также птицами, от мелких воробьиных до глухарей. Изредка нападает и на молодых копытных. Бородатая неясыть тоже очень крупная сова. Размах ее крыльев может составлять 130-140 сантиметров. Она обитатель таежных лесов Евразии, где встречается от Скандинавии до Сахалина и Северной Америки. Бинокулярное зрение позволяет совам точнее рассчитывать бросок. У сов также очень тонкий слух, способный по малейшему шороху почти безошибочно определять местоположение добычи. Благодаря очень мягкому оперению, полет сов почти бесшумный.